Пару слов о пиаре. Продолжаем видеоблог. Где-то в мае прошла новость о том, что Марк Цукерберг, основатель Фейсбука, нанял пиар-агентство Barson & Marsteller. Извините, если неправильно произношу, поправьте, если что. Нанял пиар-агентство Barson & Marsteller против Гугла. Но, как видим, и Google, а может быть кто-то другой, не дремлет. Против Фейсбука сыпется очень много грязи. Значит, какую-то Леночку уволили из-за записи в Фейсбуке, за то, что во время работы там что-то писал о своих всяких... Там, какой я что тупой задали писать. Ну, в принципе, я бы тоже эту Леночку уволил. Потом уволили троих сотрудников Volvo за записи в Фейсбуке. А недавно вообще опубликовала Маргарита Симоньян новость о том, что вообще посадили англичан на 4 года за призывы к революции в том же Фейсбуке. Так что не дремлят оповестители, соответственно, те, кто работают против Фейсбука. Но вообще-то, мне кажется, это все такое дуальное противостояние. Надо смотреть шире. Мне кажется, кто-то нанял обоих. Вернее, оба наняли кого-то одного против сети ВКонтакте, чтобы объявить ее рассадником спама, зла и всего остального прочего. Поэтому, думаю, вот на что надо обратить внимание. Но ВКонтакте не сдастся. Молодежь, я с вами. Пару слов о пиаре. Продолжим в следующем выпуске.